Здравствуйте, дамы и господа! Я хочу вас поприветствовать. Меня зовут Хихуян Хемингуэль. Я внук известного писателя Эрнеста Хемингуэля. Да. Назвали меня в честь великого бога Хихуяна, который всем давал по хуям. Да. Я вам буду рассказывать простые правила о том, как пережить тот или иной случай, случившийся в вашей жизни. Наиболее распространенные, наиболее частые вопросы, приходившие мне по этому поводу, это как пережить разрыв с девушкой. Да. Ну, значит, как пережить. Тут есть несколько вариантов, но давайте по порядку. Когда вас бросают, первая ваша реакция на это – это, естественно, тоска. Вы пытаетесь как-то убить тоску, либо просто сходите с ума. She's gone. She's gone. She's... gone. She's gone. Также по пьяни вам после этого уже, да, кажется, везде какие-то материалы, которые можно оттрахать, да. И вы ищете это везде. Девушка, здравствуйте. Можно с вами познакомиться, пожалуйста? Вы красивая девушка, да, вы красивая девушка. Можно с вами познакомиться, можно с вами потанцевать, не знаю. Можно вам там, не знаю, ББПЕ. Так можно, девушка, пожалуйста. Мне хреново, девушка, пожалуйста. Девушка. Сука, девушка. Далее, когда вы понимаете, что трахать просто так – это бестолку, вы пытаетесь отвлечься, найти какое-то занятие спортом или что-нибудь еще. После того, как вы наконец-то себя там побьете, изобьете, трахаете все, вы понимаете, что вы без нее не можете. Да, ну, возможно. И поэтому вы пытаетесь вернуть ее всякими там разными подарками, всякими там презентами, всякими там уговорами, мольбами, потрахиваниями и так далее. Я купил тебе Дольче & Габбана. Я купил тебе лебедя. Я купил тебе девушку. Но если это не получается, то из этого идет один вывод. И этот один вывод разделяется на раз, два, три колонки. На три. Вот. Первая колонка. Значит, человек идет, скорее всего, в армию. Да. Вторая колонка и самая отстойная. Ну, первые две, они редко получаются, но все-таки, почему бы не рассказать. Вторая колонка, человек становится педиком. Ой, глазки накрасим, щечки подпудрим. Ну и третья, самая распространенная, конечно, на наш день, это всеми любимый пикап. Да. Вас вытаскивают друзья из вашей великой жопы, и вы вместе идете трахать все подряд. Вот. Погнали. Ну а после этого начинается уже абсолютно другая история, про которую я буду рассказывать вам совершенно в следующий раз, в следующей моей передаче моей, да, вы узнаете о чем-нибудь еще, как пережить. Ведь я же такой великий Хихуян. Я вам расскажу все, что я знаю, так как я внук великого Хемингуэля, хуй знает кто. Кто это такой, хуй знает, почему этот пидор назвал меня Хихуяном. Вот, блядь, пидрило, мне теперь всю жизнь, блядь, хуяриться с этим Хихуяном. Ладно, в общем, это опять же другой разговор. Так что я, Хихуян Хемингуэль, твою мать, ненавижу свое имя, говорю вам до свидания, хихуячьте, помолясь.
твою мать, а мне понравилось, знаете, вот эта штука мне настолько сейчас смягчила падение. Это снимать со второго, кажется, выглядит. И на этот раз мне повезло больше, чем на первый. Поэтому... Если что, до свидания. Эй! Ух, ни хрена! Это клево. Детский сад, штаны на лямках, но это клюв. Клево, клево, клюто, клюто, клево.